Острая проблема с электроснабжением в микрорайоне Китой сдвинулась с мертвой точки. На улицах Рабочая и Партизанская заменили лампы и стало гораздо светлее. А тем временем жители отдаленной территории заполняют бланки заявления с жалобами на некачественную работу электросетей. Напомним, десятки домов в канун Нового года остались без света. Разрешит ситуацию строительство современной подстанции? Вопрос на особом контроле у депутатов округа. Уже определен подрядчик и место строительства. По информации облкоммунэнерго, я постоянно делаю запросы, подрядчик должен представить выполненные работы в марте 2019 года. Соответственно, когда будет разработана полностью проектно-сметная документация, у облкоммунэнерго будет возможность в программу включить мероприятие, которое называется «Строительство питающего центра». Я неоднократно обращался по этому вопросу, и в очередной раз мы на собрании решили обратиться коллективно к Болотову Руслану Николаевичу, председателю правительства Иркутской области, а также председателю ККЧС. Депутаты также обратились к председателю законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу с просьбой взять решение вопроса под свой депутатский контроль и, самое главное, чтобы строительство началось в 2020 году.